Всем привет! Мы находимся в городе Гвардейск. И да, сразу же, внимание вот на эту штуку. Если кто-то скажет, что мы украли идею у Аллы Михеевой из «Вечернего Урганта», то вы ошибетесь, потому что мы давным-давно уже эту идею придумали. Вот в подтверждение переписка с моим видеооператором. Все, видите, поэтому мы это придумали сами. Пообщаемся с людьми. По-любому что-то поменялось в городе Гвардейск. Снимали здесь давно. Это проект «Окей, Гуриск». Поехали! Здравствуйте! Можно? Нет. У нас расстояние 1.5 метра, все нормально. Один вопросик. Как проводите самоизоляцию? Дома сижу. Все. Сейчас тоже дома сидите, да? Гвардейск, дом большой. Да, все дома сейчас. Да. А что вообще про этот город можешь сказать? Город как город. Здание покрасили. Да и все, в принципе. Как осталось от немцев. Осколок недобитый. Ты сам что-нибудь сделал для Гвардейска? Не, ничего не сделал. Чем ты занимаешься? Вот давай мы сейчас тебе сам прям придумаем какую-нибудь миссию. Ну, продавец, ну, по профессии, так сказать. Что я могу сделать для города? А сколько ты продал в этот город? Ну, наверное, 2-3 миллиона, скорее всего. Может быть. Девушка есть у тебя? Все есть. А че сейчас без девушки ты ходишь? Ну, вот так получилось. Так получилось. Поругались, да, по-любому? Кому? Давай извинимся перед девушкой. За что? Да просто давай, по-любому когда-то придется извиняться, 100%. Не, мужики не должны извиняться. Не должны извиняться? Конечно. Да, тогда обратимся к ней и скажем, чтобы она перед тобой извинялась. Извиняюсь, короче, сама. Мы снимали здесь 2 года назад. Что-то поменялось в этом городе? Меняется, конечно. Был глава администрации, исчез. Вы в администрации работаете, мне кажется. Вы же глава и замглавы, правильно? Почти. Гвардейская. Все, сейчас как раз вышли посмотреть, как там город, как жители живут. Я поживаю, да. Смешно у нас интервью получилось? Нет, ну на данное время, данный момент это не смешно. Но мы же не клоуны, и вы тоже. А, клоуны? Да, почти. Можно немножко с вами пообщаться? Нет. Ну немножечко. Рядом, идите дальше. Про Гвардейск. Дальше идите. Куда? Ну, туда мнение со стороны, как вам Гвардейск? Нормально. Идите дальше. Да куда идти-то? Подскажите. А что вы для нас такого упались? Идите дальше. Мы про Гвардейск спрашивали. А мы местные, мы не знаем Гвардейск. Нормально же общались. Доколупались, проект такой, доколупливаться до людей. Как видите, в Гвардейске все соблюдают социальную дистанцию, 1.5 метра, пожалуйста. Как говорится, с Божьей помощью все получится. Вы очень модная. Спасибо. Что-то поменялось здесь в городе? Ну да, поменялось, конечно. Площадь очень красивая стала. Так. Зелени насажали, тротуары наделали. Мы только что ходили, почти все грустные. Люди как бы из-за этого коронавируса такие вот раздраженные стали. Все я веду себя как при обычной жизни. Чего унывать? Все равно все умрем когда-то. Конечно. Позитивная мысль. У нас 1.5 метра должно быть. Да, маски туда должны быть. Смотришь нас, реально? Смотрю вас, реально. Все, давай сначала. Давай сфоткаемся. Про Гвардейск мы снимаем. Сейчас я машину выпущу. Давай. Видите, какие у нас поклонники? Такие ребята, все, у нас везде связи. А, он неправильно припарковался, прикинь. Мы находимся в Гвардейске и общаемся с росгвардейцем. 2 года назад я последний раз снимали. Что-то поменялось в этом городе? Я понимаю, что тебе только хорошее можно говорить. А что поменялось? Да что? Народ здесь добрый, хороший, что, спокойный городок такой, жизнерадостный. Ну, ты-то как раз-таки отвечаешь за правопорядок, скажем так. Да, какие-то да. Все равно ситуации бывают же. Ну, бывают местные такие несерьезные ситуации. Такого ничего не было прям серьезного. Несерьезная работа получается у тебя какая-то? Очень серьезная. Очень серьезная. Охраняем объекты, которые стоят здесь под охраной. Следим за порядком. Типа кто-то подходит такой, ты из-за глаз скакиваешь. Да, такие раз. Мы же все видим, у нас везде глаза, так раз и все. Когда есть немножко власти, ты такой идешь, такой, да, шучу. Нет, такого не бывает, не-не-не, все по закону. О чем мы тут снимаем? Да, где ваши маски, да, все дела, масочный режим завтрашнего дня же в Калининградской области. То есть, если бы мы встретили бы завтра, ты бы мне уже выписал бы штраф, и мы с тобой также весело. Нет, я бы сделал предупреждение, и все. А любому другому сделал бы штраф. Да. Свои люди должны быть везде. Не звони потом, нам не говори, удали это все. Да, ладно. Пусть тебя лучше уволят, но ты нам не пиши. Да, ну, я думаю, меня не уволят. Увидел вас, пошел. Узнали его? Это же этот, который мне сделал аватарку за 500 рублей. Что в городе происходит, интересно? Коронавирус. Это интересно. Увезли, короче, то ли воспаление легких возле огонька внизу, то ли какую-то бабушку, то ли мужчину какого-то. Ну там непонятно было, то ли бабушка, то ли мужчина. Да. За то время, что мы с тобой виделись, последнего выпуска, онлайн-выпуска, ты чему-то научился новому? Могу сделать из на летнем фоне шапки и все в этом роде. Что можешь делать? Шапки. Шапки? Угу. Ну, а шапки вот так. Можете шапку сейчас сделать? Шапки для YouTube. Слушай, что такое? Это что такое? Серег, что такое? Давай прокомментируем, что это такое? Жопа. Жопа? Чуть-чуть так вот.
туда, чуть-чуть вот так. Чуть-чуть туда. Чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Кто-то умный комментирует. Нормально получилось там, нет? Идеально. Вас еще здесь не хватало. Вы мне мешаете, молодой. Да не, нормально получилось. Здорово, да общение, просто общение. Мы нашли его, мы нашли человека, который смеется. Мы нашли веселого чувака. Просто смейся, у тебя хорошо получается. Охуенно! Давай просто поржу. Серега, да просто открой, ржу. Открой окно. Да просто не говори, что просто смейся. Охуенно! Пиздато. Да, что делаешь? Да нихуя нахуй, отдыхаю. Примерно. Да. Что смешного? Расскажи. Да мне сказали, ты гуляешь тут где-то возле Дома офицеров. Так. Я тут посмотрел, и правда ты здесь где-то. И это смешно. Серый, блядь, иди сюда в кадры. Да не пойду. Иди сюда. Иди сам снимай. Да не, нормально, у нас так конструктивный диалог получается, все нормально. Не надо, да Серого не надо нам, не надо Серого. Давай. Чем ты занимаешься вообще? Да нихуя, распиздяй, можно, Дашка. Дамы и господа, вашему вниманию представляется абсолютная новинка этого года. Мясные колбаски с овощами и тушеная капуста от Натурова. Меня зовут Руслан Презенташев, и прямо сейчас я познакомлю вас с нашим продуктом с помощью новейших 3D-технологий. Широкая линейка разных цветов и вкусов. Обратите внимание, что все модели выполнены в утонченной форме. В комплекте с колбасками рекомендуем обратить внимание на еще одну новинку – капуста тушеная, которая автоматически синхронизируется с колбасками как гарнир по немецкой рецептуре. Ронять модели не рекомендуется, потому что они очень сочные. При съедании колбасок и капусты организм человека держит полный заряд на весь день. Более того, у нас уже есть отзывы от наших первых покупателей. Колбаски от Натурова просто волшебные. После того, как я начал их есть, у меня волосы даже на голове начали расти. Да даже у меня в лучшие годы было больше жиров, чем в колбасках от Натурова, ведь в их составе только натуральные специи. Вы пробовали капусту, пропитанную ароматом специй и собственным соком? Пальчики оближешь. Раньше я думал, что самые лучшие колбаски это вот эти вот на моих руках, но у Натурова просто улет. Тушеная капуста и колбаски — вот что идеально подходит к моему вискарю. Я официально заявляю, что колбаски от Натурова абсолютно экологичны за счет отсутствия фосфатов. Ну а если вы не верите звездам, то прямо сейчас мы узнаем абсолютно независимое мнение у случайного прохожего на улице. Добрый день, как вам новые колбаски и тушеная капуста от Натурова? Очень вкусно, всем рекомендуем. Видите, это было абсолютно независимое мнение от случайного прохожего. Ну а теперь, когда у вас не осталось абсолютно никаких сомнений, наш уникальный продукт может достаться вам бесплатно. Для этого напиши в комментариях под этим видео, с чем еще в составе могли бы быть колбаски. Не обязательно должны быть овощи. Самая креативная и необычная смешная версия получит офигенный приз — продуктовую корзину от Натурова. С вами был я, Руслан Презенташев. Продолжаем смотреть выпуск из Гвардейска. Здрасте. Я... Какой праздник? Какой праздник? Праздник то, что мы вас встретили. А, праздник, да. Пару слов про Гвардейск. Гвардейск — вот такой город. А вы такой, вот такой же мужик? Нет, город Гвардейск, так. Ты знаешь, нету никаких этих самых, ни объектов, ни промышленных предприятий, ничего. Одна река, вторая река и 5 озер. Шел 3-й месяц карантина, людям уже нечего есть. Давайте мы уже пообщаемся с вами. Давайте, я очень люблю общаться. Да. А мы очень любим задавать особенно вопросы. Особенно молодых людей люблю. Опа. А сама возрастная девчонка. Это вы подкатываете сейчас ко мне? Не, ой, боже, избавь, я в молодости не катала, а сейчас, да. В городе Гвардейске красивые люди живут? Очень даже. Мужчины красивые? Орлы. Орлы? Да.
Я сейчас расцветаю, я выучила своих детей. То есть, в принципе, вы как и гвардейск. Красивый. Да, очень даже. Но немножко уже так как бы... Возрастная девчонка. Старенький, да. Ну, какое слово-то? Слово-то я какое подобрали. Ладно, все. Ребятки. Спасибо большое. Всего доброго вам, здоровья вам. Всего доброго. Если нет любви, то приобрести. Я позвоню вам еще. Да? А как вы мне можете позвонить? Не знаю. На каком канале вы? 21-й, 9-й? 47-й. Все хорошо, посмотрим. Такой модный прям молодой человек. Буквально пару слов. Чего? Расскажи, как вот оставаться стильным в гвардейске? Да, просто нужно следить за собой, умываться, как говорится, стричься, то есть ухаживать за собой, чистить ботиночки, одеваться, как говорится. Сколько у тебя рубашек в гардеробе? Давай по чесноку. Штук 11-12. Давай перечислим цвета их. Розовый, белый, серый, потом есть крапинку. Крапинку какую? Белая в черную. В черную? Большая крапинка? Нет, мелкая. Потом у меня есть еще фиолетовая, бирюзовая, синяя. Красная есть. Три остается. Черная. Черная. Ты это посчитал? Да, бирюзовая. В крапинку, да? Да. И вроде бы у меня есть, они две одинаковых, это оранжевые. Пообещаешь нам, что ты откроешь в гвардейский когда-нибудь магазин своих рубашек. Как он бы у тебя назывался? Да, даже не знаю. 11 рубашек Оушена. Неплохо. Как тебя зовут? Степан. А, тогда это же гвардейск у Степана. Ну да, тут прокатит. Рубашка на распашку. Башмак на кожаном ходу. Расскажите что-нибудь про гвардейск, пацаны. Дикая имба. Я вообще из Калининграда приехал в гвардейск гости. Гвардейск охуенный город вообще. Чем ты занимаетесь, пацаны? Ну, я в 11 классе учусь. Так, а ты в каком классе? Вроде восьмой. Давайте сыграем с вами высокоинтеллектуальную игру. Да, называется «Ложь или неправда». То есть надо выбирать. Гвардейск – столица России. Конечно, ложь. У вас нету девушек. Ложь. В смысле? Как понять, нет девушек? У тебя есть девушка? Ну, девушка, смотри, ты типа парень, а девушка это вот когда не парень. Да, я знаю. У человека 20 пальцев, ложь или неправда? Конечно, правда. 20 пальцев? Ну, ложь или неправда? Правда? Ты не понимаешь, ложь или неправда? Понимаешь, нет такого ответа. Так ложь или неправда? Мы за тупки. Я был давно, ты за тупки. Путин хороший президент, ложь или неправда? Аккуратней. Зачем вы этот кадр? Классно, выпускной. У нас нет выпускного. Тем более, вот как раз таки вы как пример, вы себе взяли, устроили выпускной, это классно. Все плохо. Все плохо? Да. Мы планировали 8 июня уже быть свободными, а теперь до августа. Ну вы только вчетвером решили отпраздновать выпускной? Да. А остальной класс типа не особо дружен? Нет, просто они боятся заразиться. Делают всегда совместные фотки, виньетки. Вы будете только четвером там. А мы уже сделали. Школьная пора и при всякой погоде. Гвардейск вообще классный город. Нет. Все, спасибо. Класс 11, буква какая? Б. А и Б, да. Забыли. Все, с праздником, с выпускным. Спасибо. Давайте, троекратно ура. Ура. Нечем радоваться. Рано, еще ЕГЭ не сдали. Дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, потому что вас ждет традиционная рубрика в нашем проекте «Телеканал ТВ». Добрый день, телеканал «Игнор ТВ». Сейчас. Нет. Телеканал «Прощание ТВ». До свидания. До свидания. Добрый день, телеканал «Собака ТВ». Раф! Раф! Ага. Раф! Раф! Добрый день, телеканал «Смазка ТВ», пользуетесь? Нет. Не пользуетесь? Маской пользуемся. Я не послышал, другой, извините. Не-не-не, ты что, не послышал, нормально было. Все, спасибо, пользуйтесь, да. Пользуйтесь. Здорово, ёпта, телеканал «Наглость ТВ», что, есть бабки, заебали? Бабок нет. Добрый день, телеканал «Логика ТВ», можно один вопрос? Ну, пожалуйста. Все, так вот он один был вопрос. А. «Логика ТВ». Я не понял. Ну, «Логика ТВ», можно один вопрос? Да. Так вот, он один и был вопрос уже. Давай, смотри, «Логика ТВ». Можно один вопрос? Простите, я не понял логику. Давай еще. «Логика ТВ». Можно один вопрос задать? Да. Так вот он и был, этот один вопрос. Можно задать один вопрос? Это вопрос? Ну да. Все, так вот он один был вопрос. Я его задал. «Логика ТВ».
Ну, вам помог? Да, все. Все, спасибо, все. До свидания. Все, Логика ТВ. Добрый день, телеканал Слава Хорватии ТВ. Это же вы, да? Здравствуйте, это да, вы? Это я, да. Я так должен был говорить. Почти. Ты становишься мэром Гвардейская на один день, допустим. Что поменяешь первое? Зарплату всем сразу повышу. Чтоб денег много, люди получали. Начнешь с мэра? Ну, конечно. Нет, я себе меньше сделал, а людям больше. Серьезно? Сделал. Ну, конечно. Люди плохо живут же, правильно? Надо какое-то тебе фото сделать классное. Мы потом смонтируем, вырежем тебя и подложим под какой-нибудь там фон. Давай, какой-нибудь. Надо прям такое, понял? Народное фото. Пацанов. Да, давай, народное фото. Давай, делаем все. Народное фото. Славе. В каждом выпуске должны быть талантливые люди. Вот мы мимо шли и увидели вот такие вот замечательные конструкции. Пару слов, зачем, почему, какая миссия? Началось спонтанно, посмотрел картинки. Так. Это лет 6 назад было. Где нашлось столько металла? Металл сразу бросили клич, знакомые этих мастерских. И вот родили вот этого первого. Как назвали? Малыш. Малыш. Да, это получается гигант? Нет, это скрипач. Да, скрипач. Какая реакция была в городе? Никто не пытался стащить деталь на малыша? Стащить нет, так немножко поламывали, конечно. Палец ломали, мизинец. Сколько времени надо, чтобы сделать малыша? Ну, вот эти... Чтобы сделать обычного малыша, нужно 9 месяцев. А чтобы вот такого малыша сделать? Ну, примерно так же. Да? Как жители отнеслись к этому? 90% положительно, 10% типа дурак, что ты там употребляешь, что ты там и так далее. Но только мы знали, что ты употребляешь что-то, да? Да. Эти не продаются? Продаются. Да, сколько малыш стоит? Ну, это покупателю скажу. 5 нулей? Да, 5. У вас в кармане сейчас косарь есть? Косарь есть, отдадите скрипача. Ну, это задаток сфоткаться. Кстати, реальная идея, почему не сделать за фото? Ну, можно бабушку посадить. Да, бабушку посадить. Робота давай, робота давай! Добрый день! Как настроение? Все хорошо? Да. Про Гвардейск что-нибудь расскажите нам. Что рассказать? Отличный город. Вы же в Гвардейске? Ну, я недавно в Гвардейске. Да, а как? Я же с Полесска. С Полесска? Мы же с тобой вместе учились. Теперь где ты, где я, да? Ага. А где, чем занимаешься, работаешь? Нет? Я работаю в интернете. Как устроиться в интернет? Все через меня. Все через тебя? А, ты не та, которая мамочка сидит с ребенком, зарабатывает в интернете 20 тысяч, которая в комментариях пишет везде. Нет. Давай какую-нибудь музыку какую-нибудь позитивную включи, мы, наверное, закончим. Давай. Музыкально закончим наше интервью. Это был проект «Окей, Гурьевск». Пока. Вот и подошло к концу наше второе путешествие по Гвардейску. Если у кого-то появятся вопросы, почему мы ходили все это время без маски, просто дело в том, что мы снимали этот выпуск уже после коронавируса. Все, это был проект «Окей, Гурьевск». Пока.